Волею судьбы шелковский доброволец Евгений Бородуля сейчас, в преддверии главного семейного праздника, находится дома. Проходит реабилитацию после боевого ранения. Глава городского округа Андрей Булгаков был приглашен в гости, чтобы за чашкой чая обсудить, какая помощь необходима семье. Супруга Евгения работает на фабрике «Боевой трикотаж». Дочь Валентия, сын учится в школе. Все на территории округа. По всем вопросам семья сопровождается центром поддержки семей мобилизованных. Сейчас появилась необходимость в квалифицированном враче для Евгения. Глава помог организовать прием у заведующего травматологическим отделением Щелковской больницы и пообещал помочь во всех вопросах по ходу лечения. Забота о бойцах и их семьях сегодня является служебным и нравственным долгом для всех уровней власти в России. И в нашем городском округе этому уделяется большое и бережное внимание с первых дней спецоперации.